Hey, всем большой привет! Меня зовут Раиль. Сегодня 19 число, у меня день рождения. Это хижина музыканта. И сегодня разберем песню Макса Барских «Туманы». Замечательная песня. По традиции слушаем мой кавер на эту песню и сразу приступаем к разбору. Поехали! Ты сегодня не пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил, или где-то был неправ. Может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Но мы знаем наперед, кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках. И только свет далекий манит одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. В голове мои туманы, маны. Утекла любовь из кармана. А мне друзья говорили: забудь ее, забудь. Ты ее забудь. И теперь на сердце раны. Но ты же знаешь, что я буду в тебе, как в тумане, медленно тонуть. Мне так пусто на душе, и почтовый мой пустой. Нет писем никаких, ты, наверное, с другим. У вас, наверное, любовь. И только свет далекий манит одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. В голове моей туманы. Утекла любовь из карманов. А мне друзья говорили: забудь ее, забудь. Ты ее забудь. И теперь на сердце раны. Но ты же знаешь, что я умру. Буду в тебе, как в тумане, медленно тону. Напомню, ребята, этот разбор вышел благодаря тому, что я пообещал в ролике 20 хитов за 9 минут, что разберу все эти 20 песен. Кстати, этот ролик можете посмотреть, пройдя по ссылочке в описании под видео. Песня легкая. Почему? Потому что здесь 3 аккорда. Но сложная благодаря тому клубному бою, второму, которую я сегодня вам покажу. Такой бой я еще недавно только начал использовать. Тональность песни FM, по сути, второй лад, без фака. Зажимаем. Первый аккорд B. Следующий аккорд до диез мажор. Четвертый лад, средняя посадка. И третий аккорд FM. По диез ми. Вот эти 3 аккорда нужны, чтобы сыграть песню. Если хотите играть простыми аккордами, посоветую тональность ми минор. Первый аккорд будет АМ, второй H7 или просто B или H, ЕМ. И еще одну тональность ля минор. Первый аккорд будет ДМ, второй Е и АМ. 3 аккорда таких. Бой называется клубный номер 2. Я его тоже вывел сам. Ну, тут ничего выводить, по сути, не надо. Нужно дергать коротко на каждом аккорде 3 раза. Раз, два, три и 4 в конце добавляем. То есть 4 щипка нам нужно сделать по басовой, третьей, второй и первой струне. То есть раз, два, три. Вот сейчас ровно сыграл, а надо клубно сыграть. Раз, два, три. Не, раз, два, три, а. Немножко в виде триоля. Левую руку расслабляем после каждого щипка. Раз, два, три. Пробуем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. До диез. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. F диез минор. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Дергаем, то есть бас. Третью, вторую и первую струну вместе. Не так?
Это получается на все 4 доли мы простучали, а нужно сыграть 1, 2, 3, 4. 3 первых быстрее, как триоля. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, пауза. 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 То есть на аккорде F диез минор 2 раза нужно прогнать этот бой. Вот и все, ребята. Начинаем уже петь под это все на аккорде F диез минор, то есть за такта. Ты сегодня не пришла, я долго думал, почему. Может, что-то упустил или где-то был неправ. Может, ты не поняла, я так хочу тебя. Что звучит в голосе? Зажимаем третью струну на втором ладу. Вот это ля звучит, соль диез и фа диез. Ты сегодня не пришла, я долго думал, почему. После того, как это все мы спели, после того, как спели начало куплета, дальше бой чуть-чуть видоизменяется, в него добавляется хлопок, то есть... То есть, раз, два, три, хлопок, дергаем опять, еще раз. Тот же бой, добавили хлопок и продолжили еще несколькими ударами. То есть, раз, два, три, хлопок, хоп, хоп, хлопок, хоп. Дернуть нужно, то есть, получается, опять те же все четыре струны. Здесь подольше. И поем уже под это. В голосе звучит фа диез для прыжка на до диез. На втором ладу вторую струну. Я так хочу тебя набрать. Я так хочу тебя набрать. Спросить, как твои дела. Но мы знаем наперед, кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках. И только свет далекий манит одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. Тут уже бридж начинается. Играем перебор. То есть 5, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2. Часто его сейчас использую, недавно использовал в разборе песни «Когда мы были молодыми». То есть... Чисто басы на каждом аккорде меняются. И поехали. И только свет далекий манит одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. В конце проводка на FM и начинается припев. Вот и все легко, все и просто. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. C-решетка, вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. FM, вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Еще раз. И все, уже под это поете. Мои преданные подписчики, которые давно со мной, уже знают этот бой, наверное, наизусть, потому что чаще всего его использую. А что петь-то? Опять петь нужно до диез. То есть получается до диез, ре и си. В голове мои туманы маны утекла. Си дальше. Утекла любовь из кармана. До диез, си, ля. А мне друзья говорили, забудь ее, забудь. Опять-таки ля, си, до диез. Здесь был фа диез, соль диез, ля, си, до. Ре. Те же ноты. Давайте попробуем спеть. В голове мои туманы маны
утекла любовь из кармана. А мне друзья говорили: забудь ее, забудь, ты ее забудь. И теперь на сердце раны, раны. Но ты же знаешь, что я упрямый. Я буду в тебе, как в тумане, медленно тонуть. Заметили, добавился аккорд F, диез 7. Без мизинца, то есть берется. Вот был F, вот F7, где слова «ты ее забудь». И вообще, ребята, под конец там в припеве все вверх идет, выше-выше, но вы не берите так, наоборот, на октаву ниже спойте. Не как он там фальцетом, а вы возьмите на октаву ниже. Я упрямый, я буду в тебе. И дальше так же, потому что он наверху поет. Все, дальше идет второй куплет, и он начинается сразу с ноты до диез. То есть не ля, как в начале, не полный куплет теперь будет, а сразу закончили. Мне так пусто на душе, то есть... до си ре, и поете, допеваете, то же самое происходит, то есть мне так пусто на душе, и почтовый мой пустой, то есть таким же боем первоначальным играете пол куплета, потом начинается опять-таки перебор, бридж и опять бой. Вот и все. Дальше идет свисточек, если сможете просвистеть. Будет круто. Если нет, то пропускайте и играйте припев еще раз. Ребята, вот и все. Выучили с вами песню Макса Барских «Туманы». И еще на один шаг, еще на одну песню стали грамотнее, ближе к своей цели. Цели великолепного исполнительства. Оставляйте свои новые заявки по поводу разборов песен в комментариях под этим видео. Удачи вам, везения! И в описании под видео есть курс мой игры на гитаре, пройдя который вы научитесь играть на гитаре очень быстро. Пока! Подпишись на канал и поставь лайк. Подпишись на канал и поставь лайк. Подпишись на канал и поставь лайк. Респектую тебя с миром, если это лайк.